Всем привет! Сегодня Лего Сити. Вот он, новый набор. Он называется «Полицейская погоня». А помогать нам будет робот Боб. Спасибо. Спасибо. В наборе две мини-фигурки. Полицейский и бандит. Боб, вези мне машинку. В наборе есть пикап. Это жоп бандита. Боб, вези мне вторую машинку. Спасибо, Боб. Вторая машинка – это полицейская супертачка. Выглядит супер. Сзади у нее спойлер. Он двигается. Обе машинки выглядят классно. Набор классный и стоит недорого. Всем его советую. Сегодня у нас Лего Сити. Небольшой наборчик. Называется пожарный автомобиль. Но сначала расскажу что-то интересное. На сайте Лего проходит конкурс. Можно выиграть крутые призы. Нужно придумать и нарисовать конец вот этой истории. И потом нужно загрузить свой рисунок на сайт. Ссылка на конкурс будет в описании к этому видео. Всем удачи! Все, теперь покажу набор. В наборе два пожарника. Мальчик и девочка. У мальчика очень классный шлем. А в руках у него огнетушитель. У девочки обычная каска. А в руках рация. Теперь покажу грузовик. Как всегда, взял он очень классный. Я очень люблю грузовики Лего. В кабине помещаются две мини-фигурки. Водитель и пассажир. Грузовика подвижная платформа. Она вращается. Также можно выдвинуть лестницу.
радиогрузовика, крепление для разных инструментов. Там тут есть выдвижной шланг и пистолет, чтобы тушить пожар. Шланг можно достать. Смотрите, загорелась бочка. Сейчас пожарник ее потушит. Есть, пожар потушен. Наборчик маленький, но прикольный. Мне очень сильно понравилась пожарная машина. Сегодня будем играть в Лего-полицию. Для этого у нас есть новый набор. Набор называется «Полицейский патрульный катер». В наборе 4 мини-фигурки. 2 полицейских и 2 бандита. У обоих полицейских спасательные жилеты и кепки. А это преступники. Прикольные фигурки. У этого бандита смешное пузо. А это девушка-бандит. Бандит украл деньги и пытается убежать от полиции. Но он не смог убежать. Полицейский его догнал. Теперь бандиты отправят в тюрьму. В тюрьму остров. Для этого у полицейских есть катер. Это не просто катер. Это супер катер. У него есть прожектор. Куча всяких прикольных штучек. Внизу есть большая каюта. Сверху есть место для капитана. А самое главное, есть решетка для бандита. Все, теперь преступника повезут в тюрьму. У преступника есть подружка. Сейчас она его спасет. У нее есть специальный крюк. Все, преступники спаслись. Теперь будут убегать от полиции. А теперь проверим, как они плавают. Сначала проверим катер бандитов. Плывет. А теперь проверим полицейский катер. Круто, тоже плавает. А теперь устроим им шторм. Бабах! Корабли выдержали. Набор прикольный, мне понравился. Сегодня у нас Лего-Сити. Это Лего-полиция. Остров-тюрьма. Сначала покажу набор, а потом будем строить Лего-город. В наборе аж 8 мини-фигурок. 4 полицейских и 4 бандита. Thank you.
тюрьма очень большая. У нее 4 этажа. Все очень классно сделано. Сейчас все вам покажу. Первый этаж можно открыть. А внутри стоит бандит с гантелей. По лестнице можно подняться на второй этаж. Сзади тюрьма выйдет вот так. Тут есть кровать для бандитов. Тут даже есть унитаз. Там тут много дверей и решеток. Еще тут есть потайной люк. Из тюрьмы можно сбежать. Сейчас покажу. Вот бандит. Прыгнув в канализацию. Сейчас тетя бандит спасет его на лодке. Бандит запрыгнул в лодку. Для погони у полицейских тоже есть лодка. Еще у воров есть воздушный шар. Бандит сбежал. Чтобы их поймать, у полицейских есть вертолет. Для вертолета есть специальная посадка. Тюрьма очень прикольная. Мне она понравилась. Теперь вокруг нее построим лего-город. У меня есть специальная штучка. Это же остров тюрьма. Вот кияку тоже на воду. С другой стороны тоже полицию поставим. На берегу поставим пляжный домик. Класс! Добавим еще домик. Еще один домик вот сюда. И сюда. Добавим машин, скорую помощь и пожарную. Также в городе нужна машина для уборки мусора. Машинка для уборки снега. Еще грузовик и строительную технику. Вот такой город у нас получился. В следующий раз будем строить железную дорогу. Сегодня будем строить железную дорогу и гонять на поездах. Начинаем строить.
очень желтый будет убегать от красного. Сейчас поезд поведет лодку. Поехали! А теперь поведет вертолет. Поехали! Пожарная машина. Поезд поведет ее в ремонт. Теперь строим аварию. В наборе три мини-фигурки. Это полицейский. У него классная фуражка. В руках у него наручники. Это бандит. У него крутой шлем. Очки можно надеть на лицо. Это второй бандит. Смешной. У него в руках лом. Еще тут есть гиря. Она цепляется на ногу, то бандит не убежал. А это квадроцикл. На нем ездят бандиты. На нем помещаются сразу два бандита. Прикольный квадроцикл. А это полицейский грузовик. Очень классно сделан. Кабина очень красивая. В кабине есть место для водителя. Внутри выглядит вот так. Сзади есть клетка. Она открывается.
Сверху есть люк. Тоже открывается. У квадроцикла есть крюк, чтобы вырвать решетку. Очень классный наборчик. Больше всего мне понравилась полицейская машина. Новый набор Лего Сити. Это машина для уборки мусора. Открываем. Раз. Два. Три. Всего три пакетика. Инструкция. Еще одна инструкция. Сейчас будем собирать, а потом поиграем. Все, готов набор. Тут два человечка. Это уборщики. Супергрузовик. Он убирает мусор. Смотрите, как может. А теперь построим лего-город. Будем его убирать. Ставим дом. Теперь второй. Тут. А это третий дом. Будет стоять тут. А это наши машины. Сейчас будем мусорить. Куча мусора. Сейчас будем убирать мусор. Уборщики пришли убрать мусор. Все, мусор готов к уборке. Зовем машину. Собираем мусор. Есть, засыпали. Все, мы увезли мусор из города. Сейчас его выкинем. Все, готово. Все, наш город теперь чистый. Грузовик класс. Если любишь Лего Сити, ставь лайк. С вами был Коко. Всем пока. Также напоминаю, что у меня есть второй канал. Он называется Коко Плей. Там я играю в игры. Сейчас я играю в Майнкрафт. И в Лего Несток Найтс. Ядовитый взрыв! Ссылка в описании.